Начните так завтракать каждое утро, и вы получите заряд энергии на целый день. Сможете контролировать аппетит, предотвратите углеводный голод, будете удерживать уровень сахара в норме. Приготовьте такой морковно-яблочный кекс. Мой кекс богат белками, насыщенными жирами и углеводами, и он очень вкусный. Мои подписчики питаются очень вкусно и худеют. Я сама похудела на своих рецептах за 4 месяца на 16 килограммов. Хотите также? Срочно подписывайтесь и давайте приготовим этот вкусный, полезный кексик. Вот смотрите, сразу покажу, какой он в разрезе, как он смотрится довольно аппетитно, какой ароматный, мне кажется, даже слышно через экран. Ну что, будем пробовать? Очень вкусно, очень советую от души. А продукты для его приготовления нам нужны самые простые. Морковка, яблоко, 2 яйца, ванилин, растительное масло, корица немножко, разрыхлитель и мука. У меня это рисовая мука, советую ее брать для выпечки такого кексика. Берем все, трем на терочке, ну, можно воспользоваться комбайном. Но я обычно по утрам не люблю жужжать, поэтому взяла ручную терку и натерла яблочко. Вот такое количество яблока у меня получилось, в принципе, яблоко среднего объема. Забрасываю все в емкость, в которой и будем размешивать, вымешивать наше тесто. Дальше берем морковку, также натираем ее на крупной терке. Я всегда рада отвечать на ваши вопросы, комментарии под своими видео. Так что не стесняйтесь, задавайте. Я с радостью на них отвечу. И всем спасибо за ваши лайки и то, что досматриваете мои видео до конца. Смешали в емкости яблоко и морковку и добавляем рисовую муку. Как обычно, состав рецепта я прикреплю в описании к этому видео. Немножко соли, добавляем чуть ванилина, немножко корицы. Ну, в зависимости от того, насколько вы любите и не любите ее, можно, в принципе, корицу вообще не добавлять. И пол чайной ложки разрыхлителя, 2 яйца. Все тщательно вымешиваем, насколько это позволяет натертые на крупной терке морковь и яблоко. Вымешиваем вот так. Ну, главное, чтобы не было комочков рисовой муки, нигде не осталось. Главное, чтобы рисовая мука покрыла все кусочки морковки и яблока. Смазываем форму, в которой будем выпекать. Я взяла, смазала сливочным маслом. Выкладываем туда наше тесто. Хотя на тесто оно не похоже. Больше похоже на такой салатик. Выравниваем сверху и отправляем в духовку. На минут 30-35 выпекаем при температуре 170-180 градусов. Вот прошло полчаса. Мой кекс готов. Все можно подавать к столу. Теплый, вкусный, ароматный, а главное полезный. Спасибо, что досмотрели видео до конца и поставили свой лайк. Не забудьте подписаться.